Улица в деревне Коснара Чебоксарского округа на протяжении многих лет остается в прямом смысле слова анклавом. Эту проблему нам адресовали жители муниципалитета. Наша съемочная группа выехала на место вместе с представителями администрации и прокуратуры. С подробностями Дмитрий Ковалев. На этих кадрах с высоты птичьего полета хорошо видно, что улица Гвардейская в Коснарах окружена оврагами и сейчас сюда ведет грунтовая дорога. Она проложена через поля местного сельхозпредприятия, и в распутицу проехать по ней могут разве что внедорожники. Путь до деревни на протяжении многих лет местные жители были вынуждены преодолевать по крутым спускам и подъемам. Вот выезжайте отсюда, сможете, нет? А там через каждую неделю перепахивают дорогу. Ну ладно, у нас старенький УАЗик-то, не жалко, да ползем как-нибудь туда. А вообще на настоящих машинах хоть вообще невозможно. В прошлом году появилась надежда, что проблема коснарцев решится. В администрации выбрали подрядчика, который обязался проложить дорогу через овраг. Но к работам приступили слишком поздно, зимой. У нас фактически эта дорога должна была сдана 15 ноября 2022 года. А он начал засыпку земли только 11 декабря. В результате мерзлой земли, думаем, вот у нас дорога так разваливается. Специалисты подтвердили, что земляные работы не должны были проводиться зимой в минусовые температуры. Этим летом на дороге образовались трещины и начался оползень. Весной из-за проливных дождей земляное полотно начало разрушаться и сползать во враг. Это угрожает и газовым сетям. Коммуникации, а это трубы высокого давления, могут не выдержать такого напора грунта. Зимой местные жители могут остаться не только без медицинской помощи, но еще без отопления и горячей воды, ведь во многих домах печи демонтированы. Из-за осыпающегося грунта во враге ликвидировали и настоящий потоп. Ведь этот конец утонул у нас газовой трубы. Вот этот, получается, правый конец утонул, левый конец остался немножко, сантиметра 30, наверное, не утонул. А эти, вот эти, видите, столбы, они вот так согнулись и туда ушли. В администрации округа подтвердили, подрядчики выбились из намеченного графика. Местные власти продолжают претензионную работу. На сегодняшний день проектным институтом «Волгостройпроект» подготовлены экспертные заключения. По данному экспертному заключению, действительно, данная дорога, она не соответствует требованиям. И, в принципе, на сегодняшний день из суммы 7 910 тысяч рублей, то, что действительно вот оговоренная контрактом сумма, ни одной копейки подрядчику не оплачено. Как полностью, 100% исполнит обязательства по муниципальному контракту, муниципалитет готов оплачивать. Подрядчиком заинтересовалась и прокуратура. Предпринимателям грозят штрафные санкции. Привести дорогу в порядок они должны в любом случае. Было установлено, что администрация муниципального округа ведутся претензионные работы с подрядчиком. То есть ему были направлены претензионное письмо. А мы будем этот вопрос контролировать, как держать на контроле. В администрации округа продолжают переговоры с подрядчиками. Отремонтировать дорогу обязались уже в августе. Я реально смотрю на вещи и надеюсь, к 10 августу это реально исполнить. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика из Чебоксарского муниципального округа.